1 мая без лозунгов и агитации. В Кировский день весны и труда отметили концертом, играми и выступлением пожарных. Инициатором праздника стало местное отделение партии «Единая Россия». Тему продолжит Антон Рассказов. 1 мая в Кировске выдался зимним, но на центральной площади не замерз никто. Задорные ведущие, аниматоры поднимали настроение кировчанам. Работали аттракционы для всех возрастов. Например, «Силомер». Требуется ударить по груши либо молотком по наковальне. Мастер-класс проводит Антон Трушенко, депутат Совета депутатов. Уже набирают силу и зеленеют леса. Где-то уже цветут и благоухают. Очень приятно, что наконец-то возвращается праздник нашего детства. Без политики, без плакатов, без лозунгов. Просто хороший, добрый праздник для горожан. Кроме как потанцевать или с Илушкой помериться, на 1 мая можно было сделать хорошее дело. К примеру, сдать старые батарейки. На центральной площади работал передвижной пункт. Люди приносят, и от этого получат еще и шоколадку. Они нам батарейки, а мы им шоколадку. Настоящий фурор произвели выступления пожарных. Сотрудники пожарных частей 30 и 34 подготовили для горожан 4 выступления. Тушение огня, ранцевой установкой «Игла». Она идеально для ликвидации огня в бытовых и служебных помещениях. Далее стволы с большим расходом и мощностью. Ими хорошо бороться с огромными пожарами в больших помещениях. Звено газодымозащитной службы спасали детей из имитированного задымленного помещения и тушение пожара генератором пены. И стоит ли говорить, что в этот день попользоваться всеми этими средствами могли и дети, и взрослые. То, что мы здесь продемонстрировали, показали, это далеко не полный наш арсенал. У нас полный автомобиль занят оборудованием, там также гидравлический инструмент есть. Мы можем спасти людей из ДТП. Инициатива провести городской праздник вышла от единороссов из числа депутатов в местном совете. Праздников чем больше в городе, тем лучше. И на самом деле договорились о том, что мы обратились к руководству города, как любое хорошее дело было поддержано. И на самом деле акцентирую такое, чтобы без политики провести просто праздник для людей провести. Да, сегодня 1 мая, праздник весны и труда. Весной, правда, пока не пахнет, к сожалению, все. Но люди довольны. Вот такой праздник. То самое 1 мая, день весны и труда. Но без митингов и шествий. Да, дети, да.